Час юмористического рассказа. Страницы мировой классики. Американский писатель О. Генри – признанный мастер короткого рассказа. Его новеллы необыкновенно занимательны и остроумны. Писатель умел подмечать смешное в людях, в их поведении, в тех ситуациях, которые складывались в процессе столкновения между его героями. Но смех О. Генри никогда не был грубым. Напротив, он добродушен и даже благороден, ибо в основе юмора писателя лежит глубокая вера в человека, любовь к нему, ненависть ко всему, что уродует жизнь и людей. Сейчас вы услышите рассказ О. Генри «Коловращение жизни». Читает народный артист Союза СССР Алексей Грибов. Мировой судья Бинаджа Уидеп сидел на крылечке суда и курил самодельную бузиновую трубку. Кемберлендский горный кряж, голубовато-серый в вечернем мареве, тянулся к зениту, загромоздив полнеба. Рябая чванливая курица проковыляла по главному проспекту поселка, бессмысленно клохча. На дороге послышался скрип колес. Заклубилось облачко пыли, и показалась запряженная быком двуколка, а в ней Рэнси Билброс своей половиной. Двуколка остановилась перед зданием суда, и супружеская чета вылезла из нее. Рэнси Билбро состоял преимущественно из дубленой коричневой кожи, увенчанной на высоте 6 футов копной желтых волос. Невозмутимый покой родных молчаливых гор одевал его словно броней. В наружности его жены прежде всего бросалось в глаза большое количество ситца, много острых углов и следы нюхательного табака. Сквозь все это проглядывало беспокойство не вполне осознанных желаний и глухой протест обманутой молодости, не замечающей, что она уже прошла. Мировой судья сунул ноги в башмаки из уважения к своему званию и поднялся, чтобы пропустить супругов. «Мы вот», — сказала женщина, и голос ее прозвучал, как гудение ветра в ветвях сосен, — «хотим развестись». Она взглянула на мужа, не усмотрел ли он какой-нибудь неясности, неточности, уклончивости, пристрастия или стремления к личной выгоде в том, как она изложила сущность дела. «Развестись», — повторил Рэнси, подкрепляя свои слова торжественным кивком. «Мы вот не можем ужиться, хоть ты тресни. В горах-то у нас глушь, одиноко стало быть жить-то. Ну, когда муж или, к примеру, жена стараются друг для дружки, еще куда ни шло. А уж когда она шипит, как дикая кошка, или сидит нахохлившись, что твоя сова, человеку-то мочи нет жить с ней вместе». Мировой судья не спеша приступил к исполнению своих обязанностей. Он предложил спорящим сторонам табурет и свой единственный стул, раскрыл свод законов и углубился в перечень статей. Потом протер очки и пододвинул к себе чернильницу. «В законе его уложений, — начал судья, — ничего не говорится насчет развода в смысле, так сказать, его включаемости в юрисдикцию данного суда. Но с точки зрения справедливости, Конституции и Священного Писания всякая сделка хороша только постольку, поскольку ее можно расторгнуть. Если мировой судья может сочетать какую-либо пару узами брака, ясно, что он может, если потребуется, и развести ее. Наш суд вынесет решение о разводе и позволит себе надеяться, что Верховный суд оставит это решение в силе». Рэнси Билбро вытащил из кармана штанов небольшой кисет. Из кисета он вытряхнул на стол 5-долларовую бумажку.
Продал медвежью шкуру и трех лисиц, сказал он. Вот все наши денежки, больше нет. Установленная судом плата за развод, сказал судья, равняется $5. С подчеркнуто равнодушным видом он сунул бумажку в карман своего домотканного жилета. Затем с заметным физическим и умственным напряжением нацарапал на четвертушке листа постановления о разводе, переписал его на другую четвертушку и прочел вслух. Судья уже протягивал одну из бумажек Рэнси, но голос Эриэллы приостановил вручение документа. Оба мужчины уставились на нее. В лице этой женщины их неповоротливый мужской ум столкнулся с чем-то непредвиденным. Судья, ты погоди-ка давать ему эту бумагу. Так не все ладно будет. Ты наперед защити мои права. Пусть заплатит мне пансион. Это разве дело? Сам получил развод, а жена что? Живи, как знаешь. А я вот надумала отправиться к братцу Эду на свиной хребет. Так мне нужно пару башмаков купить и табаку. Да еще то, да сё. Коли Рэнси мог заплатить разводные, так пусть и мне заплатит пансион. Рэнси Билбро онемел от этого удара. Ни о каком пансионе прежде у них разговору не было. Но ведь женщины всегда преподносят мужчинам ошеломляющие сюрпризы. Мировой судья Биноджа Уидеп понял, что этот вопрос может быть разрешен только в юридическом порядке. Свод законов хранил и на сей счет гробовое молчание. Однако ноги женщины были босы, а тропа на свиной хребет крутая и камениста. «Эриэлла Билбро», – попросил Биноджа Уидеп судейским голосом, – «какой пенсион полагаете вы достаточным и соразмерным по делу, которое в настоящую минуту слушается в суде?» «Я полагаю», – отвечала женщина, – «на башмаки и на все про все, стало быть, $5. Это не бог весть какой пансион, но до братца Эда, может, и доберусь». «Названная сумма, – сказал судья, – не представляется суду непомерной. Рэнси Билбро, по решению суда вам надлежит уплатить истице $5, дабы постановление о разводе могло войти в силу». «А где их взять-то?» – с тяжелым вздохом отвечал Рэнси. «Я вам выложил все, что у меня было». «В противном случае, – изрек судья, свирепо воззрившись на Рэнси поверх очков, – вы будете привлечены к ответственности за неуважение к суду». «Кабы вы обождали денек, – с мольбой сказал Рэнси. Может, я бы и наскреб где. Кто ж его знал, что она потребует пансион?» «Слушание дела откладывается, – объявил судья. Завтра вы оба должны явиться, дабы выполнить постановление суда, после чего вам будет выдано на руки свидетельство о разводе». Биноджа Уидеп уселся на крыльце и начал расшнуровывать башмаки. «Что ж, к дядюшке Зайе поедем, что ли?» – сказал Рэнси. «Переночуем у него». Он влез в двуколку. Эриэлла забралась в нее с другой стороны. Маленький рыжий бычок, повинуясь удару веревочной вожжи, не торопясь описал полукруг и потащился, куда следовало. Двуколка, вздымая облака пыли, затарахтела по дороге. Судья Биноджа Уидеп выкурил свою бузиновую трубку, потом читал до самых сумерек, а когда строчки стали расплываться у него перед глазами, зажег сальную свечу на столе и продолжал читать, пока не взошла луна, возвестив время ужина. Судья жил в бревенчатой хижине на склоне холма у сухого тополя. Направляясь домой, он перебрался через ручеек, проложивший себе путь в лавровых зарослях. Темная фигура выступила из-за деревьев и направила ему в грудь дуло ружья. Низко надвинутые шляпы и какой-то лоскут закрывали лицо грабителя. «Давай деньги», – сказала фигура. «Да помалкивай. Я зол, как черт. И палец, видишь, так и пляшет на спуске».
Пять долларов. Все, все, что у меня есть, пробормотал судья, доставая бумажку из жилетного кармана. Сверни ее, последовал приказ, и засунь в ствол ружья. Бумажка была новенькая и хрустящая. Даже дрожащим от страха неуклюжим пальцем нетрудно было свернуть ее трубочкой и, что потребовало больших усилий, засунуть в ствол ружья. Ну ладно, ступай теперь, сказал грабитель. Судья не стал мешкать. На другой день маленький рыжий бычок приволок двухколку к крыльцу суда. Судья Бина Джауиды с утра сидел обутый, так как поджидал посетителей. В его присутствии Рэнси Билбро вручил жене пятидолларовую бумажку. Судья впился в нее взглядом. Она закручивалась с концов, словно была не так давно свернута трубочкой, засунута в ствол ружья. Но Бинаджи Уида воздержался от замечаний. Мало ли чего. Никакой бумажки не заказано скручиваться. Судья вручил каждому из супругов свидетельство о расторжении брака. Они в неловком молчании стояли рядом, медленно складывая полученные ими гарантии свободы. Эриэлла бросила робкий, неуверенный взгляд на мужа. Ты, стало быть, домой теперь, на двуколке. Хлеб в шкафу, в жестяной коробке. Сало я положила в котелок от собак подальше. Не позабудь часы-то завести на ночь. А ты, значит, к братцу Эду с тонко разыгранным безразличием спросил Рэнси? Да, вот до ночи надо бы добраться. Не больно-то они там обрадуются, когда меня и увидят. Да куда же больше пойдешь? А путь-то туда знаешь какой? Пойду уж, стало быть. Надо бы, значит, попрощаться нам с тобой, Рэнси. Да ведь ты, может, и не захочешь попрощаться-то. Может, я, конечно, собака, голосом мученика проговорил Рэнси. Не захочу, видишь ты, попрощаться. Ну, конечно. Когда кому не втерпешь уйти, так тому, может, и не до прощания. Эриэлла молчала. Она тщательно сложила пятидолларовую бумажку и свидетельство о разводе, и сунула их за пазуху. Бинаджи Уидеп скорбным взглядом проводил исчезнувшую банкноту. Мысли его текли своим путем, и последующие его слова показали, что он, может быть, принадлежал либо к довольно распространенной категории чутких душ, либо к значительно более редкой разновидности, к финансовым гениям. Одиноко тебе будет нынче в старой-то хижине, а? Рэнси, сказала Эриэлла. Рэнси Билбро глядел в сторону, на Кэмберлендский кряж, светло-синий сейчас, в лучах солнца. Он не смотрел на Эриэллу. А то нет, что ли, сказал он. Так ведь когда кто начнет с ума сходить, да кричать насчет развода, так разве ж того силком удержишь? Так когда ж кто другой сам хотел развода, сказала Эриэлла, адресуясь к табуретке. Видать, кто-то не больно уж хочет, чтобы кто-то остался. Да когда бы кто сказал, что не хочет? Да когда бы кто сказал, что хочет? Пойду-ка я к братцу Эду. Пора уж. Видать, теперь никто уж не заведет наших часов. Может, мне поехать с тобой, Рэнси, на двуколке? Завести тебе часы? На лице горца не отразилось никаких чувств.
но он протянул огромную ручищу, и худая коричневая от загара рука жены исчезла в ней. На мгновение жесткие черты Эриэллы просветлели, словно озаренные изнутри. Забыв о присутствии судьи, они направились было к двери, но Бинаджи Уиде покликнул их именем штата Теннесси. Сказал он, запрещаю вам нарушать его порядки установления. Суду чрезвычайно отрадно, и не скажу, как радостно видеть, что развеялись тучи раздора и взаимонепонимания, омрачавшие союз двух любящих сердец. Тем не менее, суд призван стоять на страже нравственности и моральной чистоты штата. И он напоминает вам, что вы разведены по всем правилам, и, стало быть, больше ни муж и ни жена, и, как ни таковые, лишаетесь права пользоваться благами, кое составляет исключительную привилегию матримониального состояния. Эриэлла схватила мужа за руку. Что он там говорит, этот судья? Он хочет отнять у нее Рэнси теперь, когда жизнь дала им обоим хороший урок. Однако, продолжал судья, суд готов снять с вас неправомочия, налагаемые фактом бракоразвода, и может хоть сейчас приступить к совершению торжественного обряда бракосочетания, дабы все стало на свое место, и тяжущиеся стороны могли повернуть себя вновь в благородное и возвышенное матримониальное состояние. Плата за вышеозначенный обряд в вышеизложенном случае составит, короче говоря, $5. В последних словах судьи Эриэлла уловила для себя слабый проблеск надежды. Рука ее проворно скользнула за пазуху, и оттуда, выпущенной на свободу голубкой, выпорхнула $5 бумажка и, сложив крылышки, опустилась на стол судьи. Бронзовые щеки Эриэллы зарделись, когда она, стоя рука об руку с Рэнси, слушала слова, вновь скрепляющие их союз. Рэнси помог ей взобраться в двуколку и сел рядом. Маленький рыжий бычок снова описал полукруг, и они все так же рука с рукой покатили к себе в горы. Мировой судья Бинаджа Уиде уселся на крыльце и стащил с ног башмаки. Пощупал еще раз засунутую в жилетный карман $5 бумажку. Закурил свою бузиновую трубку. Рябая чванливая курица проковыляла по главному проспекту поселка, бессмысленно клохча. Стивена Ликока прочно вошло в историю канадской литературы. Живой и остроумный рассказчик, замечательный мастер комических ситуаций и характеров, остро ощущавший противоречия жизни, он завоевал широкую популярность не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. Герой большинства рассказов Ликока – обыкновенный средний человек. С раннего детства он ничем не выделяется среди своих товарищей. Он не изумляет наставников своим феноменально ранним развитием, и самый внимательный наблюдатель не заметил бы в нем никаких признаков гениальности. Зато у него множество слабостей и недостатков. Он не слишком храбр, не слишком находчив и неудачлив в делах. Он то и дело попадает в забавные, смешные, нелепые положения, и ему явно не хватает самоуверенности.
Ликок подсмеивается над своим незадачливым героем, над его слабостями и недостатками, но это благожелательный смех с немалой долей сочувственного внимания. Послушайте рассказ Стивена Ликока «Как мы отмечали мамин день рождения». Читает народный артист РСФСР Зиновий Герт. Мысль установить ежегодный праздник «День матери» кажется мне самой замечательной из всех высказанных за последние годы. Такой большой семье, как наша, она особенно понравилась, и мы тут же решили отпраздновать мамин день рождения. Какая прекрасная мысль! Ведь только теперь мы вдруг поняли, как много мама делала для нас все эти годы, и как она, не щадя сил и здоровья, трудилась ради нашего блага. Поэтому мы решили устроить в честь мамы настоящий семейный праздник и сделать так, чтобы она почувствовала себя счастливой. Чтобы устроить все как следует, папа решил не идти на службу. Мы с Энн не пошли в колледж, а Мэри и Уилл в школу. Нам хотелось, чтобы все было так же торжественно, как на Рождество или в другой такой же знаменательный день. Поэтому мы решили украсить дом цветами, повесить над камином различные изречения и вообще сделать все, как полагается. Разумеется, заняться этим пришлось маме, потому что она всегда украшает дом под Рождество. Сестры сказали, что по случаю такого события всем нам нужно одеться как можно красивее и отправились в магазин купить новые шляпки. Мама сменила на них отделку, и шляпки стали просто прелестны. Папа же купил себе и нам, мальчикам, сувениры в память об этом дне. Шелковые галстуки. Маме мы тоже хотели купить шляпку, но оказалось, что она очень любит свой старый серый капор. Да и девочки нашли, что он ей страшно идет. После завтрака маму ждал сюрприз. Мы заказали такси и решили устроить ей великолепную поездку за город. Ведь она редко, когда выбирается из дому. Нам непосредством держать больше одной прислуги, и мама с утра до вечера занята по хозяйству. А за городом сейчас чудесно. И будет просто замечательно, если мама, наша мама, целое утро проведет на свежем воздухе, наслаждаясь быстрой ездой. Однако утром знаменательного дня мы немножко изменили наши планы. Папе вдруг пришло в голову, что будет куда лучше поехать с мамой на рыбную ловлю. Папа сказал, что раз машина заказана и за нее уже заплачено, мы можем с таким же успехом отправиться на ней в горы, где есть богатые рыбой речки. Папа вообще считает, что стоит отправиться в путь без определенной цели, как у вас тотчас появится гнетущее ощущение собственной ненужности. А вот если вы едете ловить рыбу, перед вами стоит определенная задача, и это удваивает удовольствие. Поэтому мы все согласились, что для мамы будет гораздо лучше, если перед нею встанет определенная задача. Кроме того, оказалось, что как раз накануне папа купил новую удочку. Словом, мысль о рыбной ловле явилась как нельзя более кстати. К тому же папа сказал, что если мама захочет, она сможет половить рыбу новой удочкой. Он и купил-то ее главным образом для мамы. Однако мама ответила, что ей приятнее будет смотреть, как папа удит. Итак, все было готово. Мы попросили маму приготовить в дорогу сэндвичи и еще что-нибудь закусить на случай, если мы проголодаемся. Хотя дома нас, разумеется, будет ждать великолепный ранний обед, как на Рождество или на Новый год. Мама уложила еду в корзину, и все было готово к отъезду. Ну, а потом, когда пришла машина, оказалось, что в ней гораздо меньше места, чем мы предполагали, так как мы не приняли в расчет ни папину корзину с рыболовными принадлежностями, ни удочки, ни еду. Когда стало ясно, что всем нам в автомобиль не влезть, папа сказал, чтобы мы ехали без него.
Он сказал, что преспокойно может остаться дома и потрудиться в саду, где всегда по горло всякой грязной работы. Например, уже давно пора вырыть помойку. Кстати, это даст нам прямую экономию. Не придется никого нанимать. Словом, он твердо решил остаться дома и попросил нас не считаться с такой мелочью, как то, что за последние 3 года ему еще ни разу не пришлось по-настоящему отдохнуть. Он пожелал нам веселья и удачного лова и велел немедленно отправляться, не думая о нем. Он весь день будет наилучшим образом надрываться в саду. С его стороны вообще было глупо надеяться, что ему когда-нибудь дадут отдохнуть. Конечно, мы все почувствовали, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы отец остался дома. Тем более, что от этого потом не оберешься неприятностей. Девочки Энн и Мэри охотно бы остались дома и помогли прислуге с обедом. Но, как назло, день был такой чудесный, и новые шляпки им удивительно шли. Тем не менее, они заявили, что стоит только маме слово сказать, и они без всяких разговоров останутся. Мы с Уиллом тоже были готовы отказаться от поездки, но, к сожалению, дома от нас все равно не было бы никакого проку. В конце концов, было решено, что останется мама. Она чудесно отдохнет в пустом доме и заодно приготовит обед. Тем более, что рыбные ловли едва ли ей доставят такое уж большое удовольствие. Кроме того, папа высказал опасение, как бы мама не простудилась в горах. Несмотря на солнечный день, воздух был, пожалуй, слишком прохладен и свеж. Папа еще сказал, что никогда не простит себе, если вытащит маму в горы, а она там простудится, тогда как дома она могла бы прекрасно отдохнуть. «После всего, что мама для нас делала и делает, — сказал папа, — наш долг — дать ей возможность насладиться тишиной и покоем». Он добавил еще, что придумал поездку на рыбную ловлю главным образом для того, чтобы дать маме хоть немного отдохнуть. Он сказал, что молодежи не понять, как нужны тишина и покой пожилым людям. Сам-то он пока еще в состоянии переносить шум и суету, но счастлив, что может избавить от них маму. И вот, трижды прокричав в честь мамы «Ура!», мы отправились в путь. А она стояла на веранде и смотрела нам вслед, пока машина не скрылась из виду. Сначала папа махал ей рукой, но потом ушиб палец о задник машины и сказал, что мы уже далеко отъехали, и маме нас, наверное, больше не видно. Мы провели в горах чудеснейший день. Папа поймал несколько таких огромных рыбин, что, по его словам, попадись они маме, она просто-напросто не смогла бы вытащить их из воды. Мы с Уиллом тоже поудили на славу, хотя до папы нам было, конечно, далеко. Не скучали и девочки. Еще по дороге им повстречалось много знакомых, а потом на речке оказалось несколько молодых людей из их компании, и они проболтали с ними весь день. Словом, время пролетело незаметно. Когда мы вернулись, было уже довольно поздно, почти 7 часов. Но мама догадалась, что мы запоздаем, и сготовила обед точно к нашему приезду. Аппетитный и горячий, он очутился на столе как раз, когда мы вошли в дом. Правда, сначала ей пришлось подать папе мыло и полотенце и вычистить ему костюм, потому что папа всегда умудряется, бог знает, как перепачкаться на рыбной ловле. Это, да еще туалет девочек, немного задержал маму. Но вот, наконец, все было готово, и мы сели за стол. Обед был великолепный. Жареная индейка и всякие вкусные блюда, какие бывают только на Рождество. Мама поминутно вскакивала, чтобы принести то одно, то другое. Папа даже заметил, что ей не следует так суетиться и что пора, наконец, поберечь себя. Он даже сам встал из-за стола и достал из буфета грецкие орехи. Обед тянулся долго, и всем было очень весело. А после десерта мы решили помочь маме убрать со стола и вымыть посуду. Но мама сказала, что предпочитает все сделать сама, и мы не стали с ней спорить. Ведь это был ее день, и нам хотелось хоть раз сделать маме приятное. Когда мама управилась со всеми делами,
Было уже очень поздно. Мы подошли к ней, чтобы поцеловать ее перед сном, и она сказала, что это был самый замечательный день в ее жизни. Как мне показалось, на глазах у нее при этом навернулись слезы. Тут мы почувствовали, что полностью вознаграждены за все наши труды. Далеко не все, что написано Ярославом Гашиком, известно читателям. Промелькнув когда-то в периодике, отдельные его произведения не вошли ни в один сборник. Теперь они заново открыты чешскими исследователями творчества Гашика, которые буквально по крупицам собирают его очерки, фельетоны, рассказы. Один из таких рассказов вы сейчас услышите. Ярослав Гашик. Трагическое фиаско певицы «Карневаль». Читает народный артист РСФСР Евгений Весник. В кабинет начальника полиции впорхнула окутанная в облако парфюмерных ароматов и великолепный туалет знаменитая итальянская певица «Карневаль», которая уже несколько недель гастролировала в местной опере. Начальник полиции не очень-то обрадовался такому визиту. Если с этой бабой произошло какое-нибудь происшествие, и полиция не сможет ничего раскрыть, а то, что она не сможет, это начальнику было ясно, неизбежен крупный скандал. Но по виду певицы не похоже было, что с ней что-то случилось. Она примило улыбнулась и без долгих околичностей заговорила о цели своего визита. «Господин начальник», сказала она с ужасным произношением и множеством грамматических ошибок, «я пришла предложить вам сделку, которая для нас обоих...» «Сожалею, сударыня, но я, как государственный чиновник, никакой торговли не...» «Дайте мне договорить, господин начальник, вы меня не поняли. Видите ли, я уже довольно долго живу в вашем городе, естественно, проявляю интерес к местным делам, и могу вам сказать, что у здешней полиции прескверная репутация. Уверяю вас, сударыня, злословие всех. Знаю, и не собираюсь решать вопрос о том, заслужена ли такая репутация. Меня интересует не полиция, а сделка. Но, сударыня, я не понимаю. Сейчас поймете, только не прерывайте. Коротко говоря, вашей полиции нужна реклама. Понимаете, какой-нибудь сенсационный успех. Вам ясна моя мысль? Ясна, мадам, вполне ясна. Но где же взять такой успех? Может быть, мы сами должны красть, грабить и убивать, а потом арестовывать самих себя? Вздор! Итак, вы признаете, что вам пригодилась бы сенсация и реклама. Согласны? А думаете, мне она не нужна? Певица без рекламы просто немыслима. И вот я придумала, как помочь себе и вам. Начальник полиции не сводил глаз заезжей дивы. Понимаете, продолжала она, у меня с собой на 200 000 крон драгоценностей. Что вы скажете, если они вдруг будут украдены?
Публике, разумеется, кража драгоценностей на такую сумму будет импонировать больше, чем мой голос и мое искусство. Все газеты ухватятся за сообщение о неслыханной дерзкой краже и начнут писать обо мне. Это будет моей прибылью от сделки. А нашей? Осведомился начальник. Сейчас скажу. Похититель драгоценностей, разумеется, бесследно исчезнет. Но я полагаю... Ничего не полагайте, господин начальник. Если вор не оставит никаких следов, тем великолепнее проявит себя полиция. Ибо на третий день нам удастся найти драгоценности и вернуть их мне. И тогда газеты и публика снова будут писать обо мне, но на сей раз уже и о вас, и вашей славной полиции. За 3 дня найти украденные драгоценности стоимостью почти в 250 000, да к тому же принадлежащий знаменитый карневаль, это, верьте мне, такой успех, о котором заговорят всюду. Ну, по рукам? Да, ответил начальник полиции несколько неуверенно, потом добавил торопливо. Но перед тем, как заявлять о пропаже драгоценностей, спрячьте их где-нибудь понадежнее, потому что нам придется тщательно обыскать вашу квартиру. Ах, милый начальник, я вижу, вы уже опьянены своей будущей славой. Не думаете ли вы, что ваши полицейские в самом деле способны найти драгоценности? Ну, не будем спорить об этом. Завтра с утра я объявляю о пропаже, а уже днем все газеты раструбят об этом. Ну, всего хорошего, милый начальник. Целую ручки, мадам. Само собой, разумеется, никто не должен, так сказать, знать. Не беспокойтесь, для меня это было бы еще хуже, чем для вас. Всего хорошего, сударыня. Наутро певица Карневаль против обыкновения встала в 6:00 утра. В 8 ей нужно было быть у начальника полиции, для того, чтобы известие о грандиозной краже попало в утренние газеты. Позавтракав, она причесалась и оделась. Потом под каким-то предлогом услала свою камеристку на улицу. «Надо соблюдать уговор. Уберу-ка я драгоценности», — сказала она себе. «Правда, я уверена, что эти олухи их не найдут. Но все-таки». Она взяла ключи, наклонилась к большому саквояжу, открыла его и начала рыться в нем. Вдруг красивый ротик певицы раскрылся в изумлении. Глаза расширились. Она стала яростно выкидывать из саквояжа платье, белье и предметы женского туалета, пока саквояж не опустел. Тогда из уст певицы вырвался душераздирающий вопль. Драгоценностей нет! Они в самом деле украдены! Когда камеристка вернулась в гостиницу, ей показалось, что там все сошли с ума. Беготня, суматоха, у входа 2 полицейских, которые сначала даже не хотели пустить ее. Дива лежала в обмороке, 2 врачей тщетно старались привести ее в чувство. Наконец, она очнулась. Директор гостиницы стоял рядом и, ломая руки в отчаянии, клялся, что никогда еще ничего подобного не случалось в его отеле. Не слушая его, не заботясь даже о своем туалете, который был в полном беспорядке, певица села в экипаж и помчалась к начальнику полиции. Тому же все было известно. Начальник вызвал чиновника, которому она продиктовала страшно длинные показания, и, наконец, немного успокоилась. Когда чиновник ушел, начальник с любезной улыбкой подошел к певице. «Должен отдать вам должное, сударыня. Я в восхищении. Никак не ожидал, что ваше актерское мастерство превосходит даже вокальное». Дива взглянула на него так, словно с луны свалилась. «Что вы имеете в виду?» «Как же! Вы так блестяще разыграли свою роль! Это возбуждение, бледность лица!» Певица, которая изо всех 3 волнения совсем забыла о сделке с начальником, теперь поняла, о чем речь. «О, боже мой, господин начальник! Не думаете ли вы, что я разыгрываю комедию? Драгоценности в самом деле украдены! О, Господи! Он мне не верит.
Начальник в восторге захлопал в ладоши. Превосходно! Мадам, превосходно! Никогда не видел такой блестящей игры. Певица оттолкнула его и, как безумная, выбежала вон. Все газеты поместили сенсацию о краже. Некоторые замечали при этом, что, конечно, драгоценности утрачены навсегда. Полиция их никогда не найдет. На сей раз начальник полиции не злился, а усмехался. На третий день утром город был поражен новой сенсацией. Драгоценности найдены! Газеты выражали надежду, что гастрольные выступления дивы, прерванные пережитыми треволнениями, будут возобновлены. Прочитав газету, певица удивилась, что узнает об этом последней, и отправилась в полицию. «Поздравляю, мадам, поздравляю!» – встретил ее начальник. «Все удалось превосходно! Так отдайте мне мои драгоценности!» Мадам, видимо, расположены шутить. Какие могут быть шутки? Давайте мои драгоценности. Позвольте, вы лучше меня знаете, где они. Если я тотчас же не получу драгоценностей, вы пожалеете об этом, господин начальник. Физиономия начальника окаменела. Можете быть уверены, мадам, угрозы на меня не действуют. Жителям города казалось, что у них ум заходит за разум. Газеты опубликовали заявление «Карневаль», что полиция не нашла драгоценностей. Никто не понимал, что это значит, но к вечеру все стало ясно. Вечерние газеты вышли с заголовками на всю страницу. Сенсационный успех нашей полиции. Знаменитая певица Карневаль, международная аферистка. Она арестована. И другие заголовки помельче. Фиктивная кража. Куда обманщица спрятала драгоценности? Наглость аферистки. Мнимые подарки высокопоставленных поклонников. Сопротивление при аресте. Репутация певицы Карневаль была погублена навсегда. А начальник полиции получил крупный орден. Вот что бывает с человеком, когда он попытается убедить публику, что полиция на что-то способна. Французский писатель Ги де Мопассан, один из крупнейших представителей критического реализма конца XIX века на Западе, писал: «Наше общество сверху донизу бесконечно смехотворно. Но смех во Франции угас. Тот едкий, мстительный, смертоносный смех, который в прошлые века убивал людей наповал, вернее, чем пуля или удар шпаги». Одна из заслуг Мопассана в том, что он широко возродил этот смех, унаследованный им от рассказчиков Возрождения и Рабле. Смех наступательный, воинствующий. Но Мопассан умел смеяться и по-другому.
Порой его смех звучал добродушно, мягко, когда писатель иронизировал над своими незадачливыми, но симпатичными героями, такими, например, как в рассказе «Реликвия». Послушайте этот рассказ. Его читает народный артист Союза СССР Анатолий Кторов. Город Суассон господину аббату Луи Денмар, Париж, 17 октября 1882 года. Мой милый аббат, моя свадьба с твоей кузиной расстроилась. Притом расстроилась самым глупым образом из-за одной нелепой шутки, которую я почти бессознательно преподнес моей очаровательной невесте. И в этом затруднительном положении я обращаюсь к тебе, мой старый товарищ, так как ты один можешь помочь мне. Ты ведь знаешь Жильберту, или, по крайней мере, ты думаешь, что ты ее знаешь. Хотя, кто вообще может знать женщин? Их мнения, их мысли, их вкусы, их взгляды совершенно неожиданны. Никакая, даже самая гибкая логика не в состоянии объяснить их поступков. Потому что мотивы, порождающие эти поступки, полны таких поворотов и оборотов, таких непостигаемых умозаключений, такой логики на выворот и, наконец, упорства, которое нам кажется абсолютно непреклонным и которое вдруг исчезает только потому, ну, например, потому что маленькая птичка прилетела и села на подоконник. Не мне говорить тебе, что твоя кузина, воспитанная белыми или черными монахинями в Наоси, в высшей степени набожна. Ну, ты это знаешь лучше меня. Но ты, может быть, не знаешь другого. Ты не знаешь того, что она не только к религии, но вообще ко всему относится экзальтированно. Она может неожиданно растрогаться и также неожиданно рассердиться, может проникнуться вдруг огромной привязанностью и вдруг так тебя возненавидеть, и наоборот. И это потому, что ее мысль летит, как лист, подгоняемый ветром. И это потому, что вся она с головы до ног – женщина. Или нет, вернее, молодая девушка. И кроме того, она так красива, ну, как это ты прекрасно знаешь, и обольстительно так. Ну да, этого ты, конечно, знать никак не можешь. Мы были помолвлены, я ее обожал и обожаю до сих пор. Она тоже, казалось, любила меня. Однажды вечером я получил из Кельна телеграмму, вызывающую меня к одному больному на консультацию, после которой, я уже предполагал, могла потребоваться тяжелая и сложная операция. Так как я уезжал только вечером, то я побежал проститься с Жильбертой и предупредить ее, что буду обедать у ее родителей не в среду, как мы условились, а в пятницу, в день моего возвращения. Между прочим, берегись пятницы. Клянусь тебе, они таят в себе нечто зловещее. Когда я заговорил об отъезде, в ее глазах блеснули слезы. Но когда я сообщил о своем скором возвращении, она вдруг захлопала в ладоши и сказала: «Отлично, вы мне привезете что-нибудь из Кельна, что-нибудь на память, какой-нибудь пустяк, безделушку, но выбранную специально для меня. Вы должны догадаться, что мне больше всего доставит удовольствие». Она замолчала, подумала и добавила: «Но я не хочу, чтобы ваш подарок стоил дороже 20 франков. Я хочу, чтобы вы меня тронули не ценой, а изобретательностью, выдумкой». Она опять замолчала, опять подумала и опять добавила: «Если ваш подарок не будет слишком дорог, но будет тонок и изобретателен, я вас поцелую». Ох, я уехал. На другой день я был уже в Кельне. Больной был в ужасном состоянии, ампутация была необходима немедленно. Мне отвели отдельные помещения, почти заперли меня. Кругом я видел только страдания и плач родственников, а надо сказать, что это всегда действует на меня подавляюще. Наконец я начал оперировать больного, который мог легко умереть у меня под ножом. Я провел над ним 2 ночи, и как только заметил малейшую надежду на выздоровление, приказал вести себя на вокзал. Но я ошибся в расписании поездов, и мне пришлось дожидаться целый час. От нечего делать я стал бродить по улицам, все еще думая о моем больном, как вдруг ко мне подошел какой-то субъект. Но я не говорю по-немецки, а он ни звука не мог сказать по-французски. Наконец я все-таки его понял. Он предлагал мне купить у него реликвии. Мысль о Жильберте пронзила меня.
Я ведь знал, как она была набожна и фанатична. Подарок был изобретен. Я отправился за торговцем в его лавочку, где продавались всевозможные мощи, и выбрал там для себя маленькую косточку из останков 11 000 девственниц. Эта реликвия лежала в очаровательном медальоне из старинного серебра, и это меня окончательно пленило. Я положил медальон в карман и, довольный, сел в поезд. Приехав домой, я захотел еще раз взглянуть на свою покупку. Я взял ее, медальон был полуоткрыт, реликвия потеряна. Тщетно я шарил по всем карманам, выворачивал их. Маленькая косточка величиной с половину булавки исчезла. Мой милый аббат, ты ведь знаешь, что моя набожность весьма относительна, но твое душевное величие и твоя дружба прощают мне эту холодность в деле веры в ожидании будущего, как ты говоришь. Но уж в реликвии-то, продаваемые уличными торговцами, я абсолютно не верю. И даже подозреваю, что и ты в этом отношении согласен со мной. Поэтому потеря бараньей косточки меня не огорчила. Я без труда раздобыл такую же, аккуратно приклеил ее к стенке драгоценного медальона и отправился к своей невесте. Как только она увидела меня, она бросилась ко мне навстречу, встревоженная и улыбающаяся. «Что вы привезли мне?» Я сделал вид, что я забыл о своем обещании. Она не поверила. Я заставил ее просить, заставил умолять. И когда заметил, что ее любопытство доведено до крайности, отдал ей священный медальон. Она вся застыла от восторга. Реликвия! И начала страстно целовать медальон. Ох, как мне стало стыдно за свое плутовство. Но вдруг ей овладело беспокойство, перешедшее в крайнюю тревогу. Глядя мне прямо в глаза, она спросила меня: «А вы уверены, что это подлинные реликвии?» «Абсолютно уверен». «Почему?» «Я был пойман. Если бы я сознался, что купил эту косточку у торговца, бегающего по улицам, я бы погубил себя. Что делать?» Безумная мысль пронзила мой мозг, и я ответил ей таинственным шепотом: «Я ее украл для вас». Она посмотрела на меня своими большими глазами, заблестевшими от восхищения. «Вы ее украли? Где?» «В кафедральном соборе, из раки 11 000 девственниц». «Вы это сделали для меня? Расскажите мне все!» «Ты понимаешь, милый аббат, что я уже не мог отступать. И я придумал такую...» «Слушай, что я придумал. Оказывается, я заплатил 100 франков сторожу, чтобы осмотреть внутренность собора одному. Раку чинили, и я попал как раз в тот момент, когда рабочие и притч завтракали. Приподняв плиту, которую сейчас же осторожно водрузил на место, я успел стащить из числа других маленькую косточку. Я сказал «из числа других», думая, что останки 11 000 скелетов девственниц представляют собой порядочную кучу. После этого я отправился к ювелиру и купил медальон, достойный вместить реликвию. Ловко. Да, я не без удовольствия прибавил, что подарок обошелся мне в 500 франков. Но она уже не слушала меня. Она только глядела на меня, трепеща от восторга, и, прошептав «как я люблю вас», упала в мои объятия. Заметь, я совершил кощунство, я украл, ворвался в церковь, взломал раку, стащил святые мощи, и за это она обожала меня, находила меня нежным, преданным, совершенным. Такова женщина, мой милый аббат, всякая женщина. И тем не менее, в течение 2 месяцев я был счастливейшим из женихов. Но вот весной ею овладело безумное желание увидеть место моего подвига. Она так упорно уговаривала отца свести ее в Кёльн, не говоря, конечно, о причине своего желания, что он согласился. А надо сказать, что я никогда не видел собора внутри. Не знаю, где находится гробница этих 11 000 девственниц. Вообще даже не уверен, существует ли она. И вот через несколько дней после их отъезда я получил от нее небольшое письмо, в котором она отказывалась стать моей женой. При виде раки она поняла мой обман, мою ложь и в то же время мою полнейшую невинность. Когда она спросила сторожа, не было ли когда похищения мощей, тот расхохотался, доказывая им всю нелепость подобного предположения. А раз я не совершил взлома в священном месте, не погрузил богохульственные руки в святые останки, я уже не был достоин моей белокурой невесты. Такова женщина, мой милый аббат, всякая женщина. С горя
я захворал. Но вот на днях ее кузина, которая одновременно приходится кузиной и тебе, госпожа Дарвиль, просила меня зайти к ней. Вот условия, на которых я могу быть прощен. Я должен отыскать и привести мощи какой-нибудь святой или девственницы, но настоящие мощи, подлинные, черт бы их побрал, и непременно засвидетельствованные святым папой. Я схожу с ума от тревоги и беспокойства. Я поеду в Рим, если нужно. Но не могу же я явиться к папе и рассказать ему всю нелепость своего приключения. Кроме того, я вообще сомневаюсь, чтобы реликвии продавали частным лицам. Не можешь ли ты дать мне рекомендацию кому-нибудь из кардиналов и прелатов, обладателей мощами какой-нибудь мученицы? Наконец, может быть, у тебя имеется требуемый для меня драгоценный предмет? Спаси меня, мой дорогой аббат, и я обещаю тебе стать истинным христианином 10 годами раньше. Вот госпожа Дарвиль, принимающая близко к сердцу все эти события, сказала мне: бедная Жильберта никогда не выйдет замуж. Дорогой друг, неужели ты допустишь, чтобы твоя кузина умерла 11 000 первой девственницей? Умоляю тебя, помешай этому. Прости меня, я богохульник, но я обнимаю тебя и люблю от всего сердца, твой старый друг Анри Фонталь. Наша передача подошла к концу. В ней были заняты народные артисты Союза СССР Алексей Грибов, Анатолий Кторов, народные артисты РСФСР Евгений Весник и Зиновий Герд. Вела передачу Наталья Глебова.